На случай, если бы нашлись 2-3 решительных человека, чайшему риску и лишить надежной охраны, то едва ли это можно было сделать лучше. D'assassinat sur les personnes de Roosevelt, Staline et Churchill durant la conférence de Téhéran en 1943. Чем-то ввязался в эту историю. Это тот самый день рождения Черчилля. Да, день рождения. Ты увидишь его молодым. Ни одного кадра. И выйти в Тегеран. К чему мне все это? 35 лет я храню эту пленку. Почему вы раньше не опубликовали свои мемуары? Ну и последний случай. Вы летите в Тегеран? В Тегеран. Попытается нащупать меня через вас. Помните хорошенько, когда Шернер вспомнил обо мне. Каково ваше... Вылете в Париж и Лондон в качестве эксперта с целью установить подлинность документов. Лёта Ту-154. Мертвая выжженная земля. Страшное место. Дети, что ж мы тут сидим? Мы должны поехать ко мне. Или вот человек за тем столом. Меня зовут Андре. А я Мари. Зовут меня Макс Ришар. Можно просто Макс. Как вас зовут? Меня зовут Франсуаз. А вас? А я Макс. А что это за фильм? Франсуаз. И освобождение которого было совершено, это бессмысленное преступление. Это он? Кто? Это зловещая фигура... Шернер, я узнал его. Какой Шернер? Германской... Вот Шернер. Вот, надевает шляпу. Шернер мне велел. Вот как это просто. Да, день рождения. Если вы надумаете вернуться в мою страну... Да. Натали Луи. Инспектор полиции Фош. Как вас зовут? Жорж. Андре. Месье Легран. Месье Легран? Господин Легран? Господин Пью? Да. Что ты делаешь? Ты с ума сошел? Послушай, Макс, зачем ты ввязался в эту историю? Не сердись на меня, Франсуаз. Слишком много я знаю о прошлом этого мерзавца Шернера. Шернер мне велел. Скрытый от нас. И Сталин, Рузвельт, и Черчилль. Руки вверх, быстро! Эй, вы во втором салоне! Не двигаться! Перестрели его! Слышишь? Ты что, мне говоришь? Иди тебе, болван! Убирайся, иди в кабину! Как божья коровка. В вашей стране слишком много демократии. Неправда, ты все это придумала. Нет, все правда. Да. Андре. Вы просили меня позвонить. Мне надо повидаться с Легреном. Я помогу тебе, но не сегодня. Я не собираюсь, месье Легрен. К сожалению, господин Легрен срочно вылетает в Лондон. Скажите, могу встретиться с вашей матерью? С моей матерью? Меня только что хотели...
хотели убить. А я счастлива. Что вы здесь делаете? Что вы здесь делаете? И ты не боишься? Кого? Ну, меня, например. Боишься? Нет. Только не днем. Уедешь вечером. Партия мне сказал, что вы интересовались мною. Да, хотела вас видеть. Будут ли они абсолютно готовы к 30-му числу, то есть послезавтра? Шамахатман Руза, съем хазрид? Бали, бали. Бали. Сегодня ты должен только снимать. Возьмите его. 30 ноября. 30 ноября родился сэр Уинстон Черчилль. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне необходимо с вами поговорить. Добрый вечер. Добрый вечер. Месье Симон. Симон. Что Симон? Там. Мария. Здравствуй, Мария. Здравствуй, Андре. Une vie d'amour que l'on s'est juré. Et que le temps a désarticulé jour après jour, blesse mes pensées. Tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés, dans un sanglot, l'espace d'un baiser, sont restés sourds à tout, mais n'ont rien changé. Car peut-être un adieu et fou espoir, je m'en remets à Dieu pour te revoir et te parler encore et te jurer encore. Une vie d'amour remplie de rires clairs, un seul chemin. T'es juré et que le temps a désarticulé jour après jour, blesse mes pensées. Tant de mots d'amour que nos cœurs ont crié, de mots tremblés, de larmes soulignées, dernier recours de joie désharmonie. Кстати, господин Шернар, раз уж мы встретились, один вопрос. Зачем нужен был этот захват самолета? Ведь до вашего освобождения из тюрьмы остался всего месяц. Если бы остался час, я все равно бы освободился сам. Последние дни она все время вспоминала историю с дельфинами, как вы купались в море, не заметили, как началась гроза и... Появились дельфины. Дельфины? Но мы никогда не были у моря. Боже мой.
Значит, она все это...